Здорово. И сегодня я, как школьник, который пошел в первый класс, буду обозревать Майнкрафт. Но обозреваю я его не потому, что просто тупо поиграть в эту игру, которая не самая прям интересная, а из-за достаточно интересного классного обновления версии Майнкрафта для Андроида и iOS. Вот 9.0, вот вверху написано. Тут добавлены новые всякие предметы, новые мобы. Ну, короче, сами посмотрите. Ну, вот в настройках вообще ничего не поменялось. Так же все было. Теперь вот что насчет генератора мира. Ну, креатив и выживание. Ни о чем. Также русскими буквами тут вот нельзя писать. Только английскими. Вот есть кнопка Advanced. Тут вот выбор мира. Это вот бесконечный, это старый, это типа пещера. Типа. Ну, бесконечный это самый такой. Но тут еще есть небольшой баг. Это вот, я не знаю, будет видно на видео или нет, что вот кнопки вот сюда вылазят в игру. Ну, нормально. Ну, достаточно быстрая генерация мира. Это вот выживание. Типа вот биом. Лезь давай. Ладно, короче, я лазить не умею. Типа вот разные биомы появились. Вот, переработаны эти штуки, что они теперь растут не так тупо на песке. Кувшинки есть. Овцы. Типа вот пещеры появились. Уже такие генерируемые, как на компе. Ну, сильно вообще ничего особенного. Ну, ладно. Выживание это неинтересно, тут мало чего можно показать. Так. А вот креатив это уже получше. Какие новые блоки тут появились? Появилась какая-то новая оранжевая херня, еще оранжевая херня. Ну, глина. Это глина, как я понял. Да, это все глина. Желтая, прикольная. Такая прям симпатичная. Ну ладно. Глина. Какая-то херня. Еще какая-то херня. А, это гранит, ну хорошо. Так, ну это было. Вот. Это акация. Это камень из Эндера, хотя самого Эндермира и портал сюда нельзя построить. То есть этого тут нифига нет. Вот, появился изумруд. Нормально, все, он рабочий. Также появились жители, деревни, но они торговать не могут, потому что они дауны. Так, ну всякие цветочки там. Тут, ну, тут новые мобы, это вот волк, которому сначала похер на тебя, а потом он набросится, если на него напасть. А так ему вот абсолютно похер. Вот они стоят вот так вот, им похер, ты его ударил, все, вот они побежали за мной. Так. Ну, волки это неинтересно. Появилась вот корова-гриб. Корова-гриб. Они мирные, но они прикольные. Так, что еще появилось? Появился мой любимый крипер. Можно соспамнить до хера крипера. Теперь избавимся от волков. Вот еще крипер. Сейчас будет бум. Ну вот, отлично. Что еще появилось? Самое прикольное это Эндермен. Да, действительно, вот он есть. Они ходят тут. Вот можно по нему долбануть. Сейчас они блок возьмут в руки. Ну, берите уже блок. Дауны. Так, ну, короче, они взяли блок. Где-то тут вот он. С блоком ходит этот. Что еще есть? Ну, это херня, которая из этого вылазит. Короче, говно. Ну, слизень. Слизень, ну в Африке слизень. Хотя просто в мире их не видел, чтобы они ходили, а так соспамнить их можно. Так. Ну, изумрудный блок. Так. Паук, зомби, свинозомби, овца. Ну, это все, что было. А, ну да, житель. Вот они, мелкие, побежали, побежали. Куда вы? Че, от мобов убегаете, да, тупые? Бегайте тут.
Что, боитесь их, да. Короче, эти появились. Так, вот какая-то хрень. Подзол какой-то. Так, ну, это все, что появилось, в принципе. А, ну да. Теперь, если кидаться яйцами, из них спавнятся курицы. Да, блин, кидайся яйцами. Вот, курица уже появилась. Но яйца это не для курицы, а чтобы хреначить других. Вот так вот, по слизню, вот так вот, яйцом. На ему. Ладно, надо пойти поискать пещеры. Всякую такую фигню. А, да, вот появились какие-то деревья странные, какие-то наркоманские такие. Грибные. Честно говоря, я первый раз вижу в Майнкрафте, но я не такой задрот в Майнкрафте. Я же не такой прям школьник, как другие. Тоже какой-то гриб. Так, ну вот пещера, да? К примеру, мне вот это вот лучше, это дырка глубже. Так, заходим сюда. Факел. В принципе, просто пещера, ничего особенного. Падаем вниз. Идем сюда еще. Ну ладно, буду копать вниз, пока не провалюсь в какую-нибудь пещеру. О, отлично. Пещера, которая уже глубокая. Тут, если будут рельсы, это будет типа шахта. Да, вот тут есть уже всякая полезная хрень. О, гля, сундук. О, круто. Тут есть спавнер зомби. Ни хрена себе. Круто, а почему его в инвентаре нет? Так, что в сундуке? А, непонятно. Вот что тут было. Блин, спавнер зомби, почему его нет? Просто в инвентаре. Бред. Или его как-то еще делать надо. Не знаю, я не такой, я же говорю, задрот в Майнкрафт, чтобы разбираться во всей этой хрени. Вот. Появились эти зеленые камни. Так, оставим зомбиков. Ну, железо. Ничего особенного вообще. Ну, короче, теперь в пещерах можно много чего прикольного найти тут. Надо шахту теперь поискать. О, лава. Тоже хорошо. Вот, все, появилась лава. Так, это не шахта. А вот золото, пожалуйста. Тут его должно быть много. А, ну ладно, тут один блок. Поищем дальше. Алмазы еще не находил, к сожалению. Так, это эта хрень. Ну вот этот. Красный камень. Как он там называется? Так, ладно, можно еще пониже прокопать, в принципе. Да, хорошо я прокопал. А, ну все, тут уже этот. Камень, который ведет никуда. А, ну все, дырка мира, вот. Мир. Вот я опускаюсь ниже и вздыхаю. Ну, понятно. Ну, короче, вот такие вот блоки этого изумруда можно найти просто. Оно все будет нормально. Мамки слизни. Ну и, в принципе, это все, что есть в новом Майнкрафте. Ну, другие биомы там еще. Вот это джунгли, лес, снег. А, да, можно попробовать построить портал в ад. Точно. Так. Вспомнить бы, как его еще строить. Так, что ли? Так. Нет, он выше. Так, вот я его вроде построил. Если я его неправильно построил, пишите там в этих комментариях, правильно? Нет. Ну, короче, он не работает. Он не робит. Ну, теперь миры гораздо красивее генерируются. А, ну да, еще самый прикол, что вот можно играть по локалке, по Wi-Fi, вот с другими игроками на большом уже мире. Только вы хер друг друга там найдете, ну, если в разных местах соспавнитесь. Но зато офигительно так играть. Так, сейчас еще надо пещеру найти. Пещера.
Хочу с рельсами найти шахту, чтобы показать же. Падай. Так, ладно. Мне нужен факел этот. Факел, я сказал. А вот уже железо, это хорошо. Все, много железа. Ну, рельсов реально побольше стало. Теперь можно нормально жить. Земля, прикол. О, отлично. Что-то вроде пещеры. Даже трава тут растет. Так. Ну и как обычно, рельсов у меня ни хрена нет. Так, металл. Блин, да где с рельсами-то? Хрень. Ну, короче, есть тут шахты. О, золота много. Раз блок золота, два блок золота. И все. Не, ну раньше я больше видел. А, ну вот еще. Раз, два. А алмазов что-то нет, вообще нету. Может, копать надо? Короче, золото и редстоун есть, алмазов нет. Так что школьники теперь не смогут быть админами. У них алмазов нет. Ладно. Тут уже смотреть сильно нечего. В принципе, все, что я хотел показать, я показал. Ой, там что за хрень? Плыви. Так. О, синий камень. Тоже, кстати, появился. Вот синий камень. Еще золото. Короче, где лава там золото, ну это понятно. Вот еще дохера красного камня. Вон еще золото. В общем, теперь можно обойтись без доната и играть спокойно. Потому что много ресурсов, и не надо платить этому нотчу за то, чтобы он ресурсы спавнил на карте. Потому что теперь их хватает. Так, ну тут опять нет никаких шахт, к моему сожалению. Ну, короче, все, в принципе. Больше уже показывать нечего. О, золото и металл. Много и того, и того. Так, как бы туда светить-то? Блин. Где это? Ладно. Освечу по-нормальному. А, ну это металл. Я думал, это золото. Ну, короче, металла тут тоже много. Вот грибы. Тоже самое главное. В жизни вон золото еще. Много золота. Короче, реально все. Все, что тут можно было сделать. Ладно, всем спасибо, всем пока. Больше постараюсь не делать обзоров про Майнкрафт. Наверное. А вообще, это самая крутая игра в мире. Еще есть игра Warface. Вот если совместить две эти игры, будет самая лучшая игра. В которую будут играть просто все. Такие же школьники, как я. Ладно, все, всем спасибо, всем пока.